Одной из главных традиций праздника Крещения является окунание в ледяную купель на открытых водоемах. Именуется она Иордань по названию реки, в которой по Евангелию был крещен Христос. В Пинске местом окунания является пляж №2, что за мостом. В прошлом году этот ритуал не проводился в связи с пандемией. В этом году ситуация другая. Здесь вечером 18 января и весь день 19 было организовано дежурство медиков и сотрудников МЧС. Целый день сюда приезжали и приходили пинчане, для которых окунание в прорубь уже стало своеобразной традицией. Ежегодно окунаемся, верим в Бога, окунаемся на крещение. Мы уже лет 8, как вот, год-год стараемся не пропускать праздники. Каждый год, да, естественно, пропустили в прошлом году. Машины поломались, как-то сами прозевались. А тут, конечно, водичку свинцовую в церковь сходить на крещение, естественно. Лет 5 хожу только так. Я как бы до этого как бы не интересовался, потом первый раз попробовал и понравилось, как бы иначе, как бы, не знаю, запало. Каждый год стараемся не пропускать. Ну, в прошлом году не получилось. А так класс. Хорошее дело. Дай Бог очистить душу и тело. С праздником вас. Дай Бог вам здоровья. Окунание в крещенскую купель не является обязательным для верующих. Это скорее народная традиция, которая прижилась. И, как показывает практика, пройти своеобразное испытание холодной водой готовы многие.